На последнем в этом году, в 82-м заседании, депутаты рассмотрели 6 вопросов местной жизни. От поселений был принят ряд полномочий, в том числе по вопросам территориальной безопасности, а также по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений в следующем году. Председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района Надежда Суровцева сообщила, что делается это в силу уже сложившейся практики, цель которой — повысить эффективность работы исполнительной власти. Дело в том, что вот передача полномочий от поселения на уровне района — это, в общем-то, уже практика последних где-то 3 лет. Почему? Потому что вот специалисты по экологии, те специалисты, кто может выдавать и потом контролировать главное исполнение таких работ, они, конечно, находятся в районе. В поселениях таких специалистов в основном нет. И для того, чтобы вот это централизовать, мы эти полномочия принимаем, а поселения нам передают. Также депутаты делегировали в состав Московского областного молодежного парламента председателя Щелковского районного звена организации студента из Медвежьеозерского поселения Даниила Лавренова. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».